В Одесской области утонул 37-летний мужчина. Несчастный случай произошел в селе Троицкое Беляевского района. Компания отдыхала на реке Турунчук. По словам спасателей, мужчина утонул прямо у всех на глазах. Но от спасателей почему-то вызвали только на следующий день. Тогда и начали поиски тела. Было найдено тело на глубине 7 метров и доставлено на берег. Спасательные службы призывают всех соблюдать правила поведения на воде. Не заходьте в воду в стані алкогольного сп'яніння, ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, не запливайте далеко та ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені в своїх силах. За період цього курортного сезону на пляжах Одеси і Одеської області утонули 52 чоловіка, із них 9 дітей. Більша частина трагедії приходиться іменно на Одеську область.